Политическая структура Австрии основана на принципах демократии. Австрия – парламентская федеративная республика. Государственный строй определяется в первую очередь Конституцией, принятой в 1920 году, глава государства. Главой государства является президент, который избирается всенародным голосованием сроком на 6 лет. Для избрания кандидату на пост президента необходимо набрать большинство голосов. С 8 июля 2004 года этот пост занимает член Социал-демократической партии Австрии Хайнц Фишер. Согласно опросам общественного мнения, нынешний президент является одним из самых популярных политиков в современной Австрии. 25 апреля 2010 года состоялись выборы нового президента, а победил во второй раз Хайнц Фишер. Законодательная власть. Законодательную власть осуществляет двухпалатный парламент Австрии, состоящий из национального и федерального совета. Национальный совет, Национальрат, представляет население, которое прямыми выборами выбирает 183 депутата сроком на 4 года. Национальный совет принимает законы, после чего те должны быть одобрены Федеральным советом. Верхняя палата парламента, Бундесрат, орган представительства федеральных земель. 62 члена Верхней палаты избираются парламентами земель. Каждый из 9 федеральных земель в зависимости от численности населения направляет в Ландтаг от 3 до 12 представителей. Бундесрат имеет лишь незначительное влияние на политическую жизнь страны. Для принятия некоторых законов не требуется одобрение Бундесрата. Последние выборы в Бундесрат состоялись в сентябре 2013 года. Исполнительная власть. К исполнительным органам власти относятся федеральное правительство РУДЭ с федеральным канцлером во главе, вооруженные силы Австрии, полиция, а также все федеральные ведомства. Кандидатура Бундесканцлера назначается федеральным президентом, опираясь на мнение большинства представителей из Национального совета. С декабря 2008 года пост федерального канцлера Австрии занимает член социал-демократической партии Вернер Файман. Судебная власть. Все судьи назначаются Министерством юстиции. В систему судов общей юрисдикции Австрии входят 4 уровня судов. 1 – районные, 2 – суды земель, 3 – 4 – апелляционных суда, 4 – Верховный суд. Также существуют суды публичного права. К ним относятся Высший административный суд и Конституционный суд, который является самым старым в мире. Правовая система Австрии относится к романо-германской ветви системы права.